Всем доброе утро! Начинаю новый влог. Я вчера только закрыла предыдущий влог, только начала его монтировать. Как мне звонит, позвонила мне дочка и сказала, что завтра привезут кухню. Короче, я управилась со своими делами и вчера вечером приехала сюда. И мы вчера весь вечер с дочкой переносили из кухни все вещи, из коридора все вещи убирали. Для того, чтобы вот уже освободить место, потому что сегодня утром уже скоро привезут уже нам мебель. Сегодня мы будем целый день заниматься вот этими всеми делами. Ну, в принципе, будем ждать, пока соберут, но уже надо будет вещи туда потом складывать. Сейчас покажу вам, что у нас сейчас тут происходит. Бардак. Хорошая погода сегодня, будет жарко. А здесь поставят гардероб. Столы временно поставили здесь, чтобы мы могли здесь хотя бы разогреть еду сегодня, там чай, кофе попить и так далее. Вот это вот все бытовая техника, которую будут туда встраивать уже. И вещи, которые будут уходить в гардероб. Все вот так навалено пока что. Пока что непорядок. Ну все, я кофе пью, сижу, жду. Пока мои проснутся и мебель привезут скоро уже. Девочки, я Артуру продолжаю пить. Уже пью вторую неделю. Я, кстати, вам не показывала вот эти вот капсулы, таблетки. Они, видите, такого цвета. А Артура обычная, она была беленького. Вот. Но такие крупные. Но не все могут глотать вот такие, кстати, крупные таблетки. Дочка у меня... Я даже маленькие. Даже маленькие не любят глотать. А эти вот глотаю. Кстати, ничего, нормально помогает. Мне нравится. Таскают мебель. Но это еще и не все. Еще продолжают таскать. Уже завалили тут все мебелью. Ну что, девочки, вот такая вот у нас сейчас тут вот ерунда. В общем, шкаф в первую очередь будет собирать. Но пока что вот накрутили вот эти вот штучки, как они называются, не знаю. Вот эти штучки пока накрутил. Но он пока работает один. Хотя, может быть, он будет полностью все это делать один. А может быть, придет помощник. Пока неизвестно. Видите, сколько тут всего. Короче, тут и кухня, и гардероб. Но в основном, конечно, модули вот эти кухонные. Но полностью вся кухня, вот эта вся площадь у нас, видите, заставлена полностью всем. Вот. Ну, попросили, чтобы начал человек собирать гардероб. И сказал он, кстати, что все это собираться будет дней 5. Вот так-то. Кто сказал, что это за один день собирается, я не знаю. 5 дней собирает он. Ну, он один 5 дней собирает. Может быть, он сказал, придет помощник, но там неизвестно, придет или нет. Ой, так что, в общем, пока человек потихоньку, очень медленно, не торопясь, это все делает свою работу. Я отпустила дочку с внуком погулять, потому что целый день просидели вот тут. Видите, что делается? Промучились в ожидании, короче говоря. И все. Я говорю, идите погуляйте. Пусть ребенок развеется, а то уже все, крыша едет. И
Язык высунула, спит. Девочки, ну, в общем, собственно говоря, вот это все, что человек успел сделать за 3 часа. Все, он ушел домой. Короче, он 6 часов пришел, сейчас без 10:09. Вот, вот он собрал только вот этот уголок, еще половинку уголка. Ну, и там вот накрутил вот эти вот железочки. Все. Вот и вся работа. Вот и с такими темпами я не знаю, когда вот это все будет сделано. Но может быть, к нему придет помощь. Но это под вопросом. Ну, конечно, да. Это, я думаю, и за неделю, может, и не соберет. При том, что навешивать нужно будет эти шкафы все на стену. А потом еще подсоединять бытовую технику. Это, оказывается, вообще подсоединение техники. Это вообще отдельная тема. В общем, короче говоря, я немного разочарована. Дочка, наверное, тоже. Девочки, добрый день, мои хорошие. Я сегодня с утра с вами не поздоровалась, потому что, в общем-то, помчалась домой, чтобы снять вам Василек. В общем, сняла, взяла ноутбук. Я ехала опять, как всегда, знаете, на 1-2 дня. И оказывается, что я тут, что кухню нам не сделают за 1-2 дня. Будут делать, ну, дней 5, сказали. Ну, в общем, короче говоря, все это надолго. Поэтому я уже взяла ноутбук. Здесь буду уже монтировать вам Василек. Он выйдет раньше, чем этот влог. Влог выйдет позже. В общем, видите, я поэтому такая сегодня чуть подкрашенная. Подкрасилась слегка. Но не умылась еще пока. Скоро умоюсь. Вот, у нас сегодня работают 2 работника. Пришел помощник на помощь. И, в общем, сейчас они уже собирают кухню. В гардеробе там... Там штанги верхние, просто они приходятся на там, где провода. В общем, они какую-то заказали детальку, которую завтра вроде привезут. В общем, гардероб не, еще не дособирали до конца, но уже собирают сейчас кухню. Вот. Дочка с Денечкой, они там пошли плескаться, купаться в ванную. Ну, а я сижу тут сейчас, занимаюсь, в общем, монтировать буду видео Василек для вас. Кто Василек не смотрел, посмотрите, Василек раньше выйдет. И в том видео там вообще-то в основном подарки родственникам Наташи, там Наташиной семье, там сестре, маме, папе. Вот там для себя я заказала только постельное белье и 2 вещички. Вот, ну посмотрите все равно. Посмотрите, что мы дарим. Наташа выбирала сама. Что-то выбирала она, что-то выбирала я для ее родственников. В общем, мы иногда любим обмениваться подарками, потому что у меня отношения хорошие не только с моей семьей, но и с семьей моей невестки. Вот так вот. Ну, а сейчас что вам показать, что там сейчас сделано уже? Пойдемте посмотрим, да? Ну вот пока так сейчас тут сделано. Наверху вот там будут проходить, где провода, еще штанги. И потом их когда сделают, потом уже поставят двери. Двери зеркальные. Вот они такие вот громадные здесь, видите, стоят. Всем доброе утро, девчата. В общем, начался следующий день. Дочка, она пошла на массаж. Мы с Дэней дома. Работнички пришли, они работают. Сейчас они вышли пока на перекур. Пока они здесь, я ничего не хочу ни говорить, ни снимать. В общем, ну, один работник адекватный, который новенький. А тот, который не новенький, который изначально нас подвел, там опоздал и так далее. В общем, очень сложный тип, очень сложный характер. Я ничего пока не буду говорить сейчас ни о работе, ни о нем. Пусть они закончат свою работу, потом посмотрим на результат, а потом я вам, наверное, уже отдельно, уже после всего завершения расскажу, в чем мое недовольство. Я вчера, вот они когда ушли, вечером мы с дочкой уже сели, пообщались, и так странно вообще вот все. Ну, много недовольства, во всяком случае, с моей стороны есть. Но я сейчас пока молчу, помалкиваю в тряпочку. Человек со сложным характером, знаете, лучше ничего не говорить пока. Вот. В общем, с работниками всегда очень сложно.
Ну, я сейчас пока что там, не знаю, стираю, телевизор смотрим. Нам с Дэней вообще, вот мы сидим там в одной комнате, там маленькую пойдем покушаем, здесь вот посидим, ну, то есть двигаться. Коридор занят еще, гардероб не доделали, в кухню тоже вот только зайду, если в холодильнике что-то взять и все. В общем, сидим пока, ждем. Очень медленно все работается и, в общем, неизвестно, когда все это закончится. Так, ну пока что мало изменений, я смотрю, наверху только вот короб он поставил и все. Здесь вот принесли планку и поставили наверху вот эти вот штангочки. Все, больше ничего. Ну что, мои хорошие девочки, день подходит к концу. Уже время около 6 часов вечера. Дочка пошла погулять с Денечкой, потому что Денечка тоже им мается. Маются все. Мы здесь, знаете, вот как режим ожидания, как знаете, как на вокзале, в режиме ожидания. Вот, ну, гардероб нам уже закончили собирать. Сейчас там еще кухня продолжается, но кухня там еще долго. Там еще завтра будут целый день. И неизвестно, к вечеру закончат, скорее всего, нет еще, наверное, и суббота, и воскресенье. В общем, завтра у дочки день рождения. Но завтра уже, естественно, гостей собирать мы не будем точно. В воскресенье это под большим вопросом. Это если бы завтра уже закончили, тогда, может, в воскресенье бы и собрались. В общем, ладно, что гадать. Главное, чтобы уже кухню поставили, чтобы все это уже закончили, чтобы порядок навели. Вот. И тогда уже можно будет вздохнуть с облегчением, потому что я вам хочу сказать, конечно, я здесь пропадаю целыми днями, когда делали электрику, там потолки натягивали, когда вот такие крупные работы, то здесь приходится мне торчать долго. И, в общем, естественно, неудобства, ну, сплошь все неудобства, да, приходится все это потерпеть, все это в ожидании, работы проводятся. Что там сегодня уже сделали? А что не сделали, дочка вам покажет на своем канале. Она вам просто снимает работы. Я работы снимать пока не буду. Я сниму это все потом в конце, уже когда все закончит. И скажу вам свое личное мнение по этому поводу, что я думаю. Вот, сейчас я пока воздержусь от этого всего. Будем смотреть по результатам, да. Ну и все, девочки, вот видите, вот как-то получается, что я вот снимаю, я сейчас у дочки нахожусь, не у себя, правильно, дома. То есть дома бы я, может быть, могла бы там что-то поснимать и что-то рассказать и так далее. Здесь неудобство. Целый день ребенок, целый день жужжат. И, в общем, видите, бардак кругом везде. Вот, я вот, ну, в общем, за себя молчу уже. Вот. Ну, в общем, короче говоря, что получается, снимать мне нечего, и возможности снимать особо и нету, да. И получается, что я ничего не показала, а только так, что я делаю и что я жду. В общем, влог ни о чем, так сказать. Ну, знаете, как-то мне кто-то написал, что вот у вас скучные влоги. А кто-то пишет, что очень ждет моих влогов, что им просто приятно там даже мой голос слышать. Поэтому блог ни о чем. Я сняла для тех, кому приятно мой голос слышать. Меня видеть, девочки. Я стараюсь держаться оптимистично, хотя немножечко грустненько, знаете, в душе. От того, что все это медленно делается, все делается не так гладко, как хотелось бы. Ну, в общем, разные нюансы. Поэтому я этот влог уже заканчиваю. Ну, какой получился, такой получился. А завтра уже будет 8 марта. 8 марта? Какое 8 марта? Завтра 8 августа. Девочки, завтра день рождения дочки. Вот. И я, наверное, с утра и начну завтра новый влог снимать. Покажу что-нибудь, расскажу. В общем, не знаю, что. Даже загадывать боюсь. Не знаю, что буду показывать, что буду рассказывать. Вот. Так что все, мои девочки. Я на этом видео свое хочу закончить. Какое получилось, такое получилось. В общем, ждите продолжения. Продолжение следует. Кому видео понравилось, ставьте лайк. В общем, подписывайтесь, не подписывайтесь на мой канал, как хотите. До новых встреч. Пока-пока.